Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Этот парень заметил, что люди, которые следят за теннисным матчем, выглядят как NPC из видеоигры. Аллигатор атаковал этого человека и перевернул его лодку, но, к счастью, тот смог выбраться невредимым. Вот что происходит на молекулярном уровне, когда вы даете растению соленую воду, когда оно пьет пресную. Соленая вода заставляет клетки терять пресную, и после этого они уменьшаются. Я нашел классное видео, которое показывает, как работает оживленный порт Амстердама. Я нашел видео, где один тюлень целует другого тюленя. В Калифорнии есть пещера со странными сталактитами, растущими из земли. Они похожи на колонны, но не были созданы людьми. Они результат вулканической активности, которая была примерно 7000 лет назад. А ну опустись. Нельзя. Нельзя. Заценим, смогу ли я сделать так, чтобы она прилетела ровно вниз 10 этажей. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вы поставите лайк на это видео, а перевел и озвучил виски. Ага.